которые обманом обрекли грабежу и погрому непокорный и свободолюбивый Карабах, Сюник и Вайотзор, и наряду с социальным разорением безбожно провели кампанию обезглавливания населяющего этот горный край. Вы, которые, проигнорировав самые минимальные требования революционной этики, осознавая это, стали союзниками абсолютно реакционных, бесчеловечных и армяно-ненавистнических сил Востока, превратив вчерашнюю республиканскую Армению в кемалистскую. Вместо обещанного рая – ад. Вместо тысячи материальных благ – голод, сифилис, кровь, слезы, резня, Мустафа Кемаль, кемалисты. Вот что вы принесли армянским трудящимся. Так вы пришли, обманули, ограбили, довели до восстания народ и потерпели поражение. Вы проиграли, потому что должны были проиграть, потому что это решение истории, потому что так хочет человечество. Так говорил великий Кайгин Нежде 100 лет назад. История повторяется. Россия проигрывает и проиграет, потому что так требует история, так требует цивилизованный мир и человечество. Вы потерпели поражение, потому что уже были морально разгромлены вашей разрушенной и обезглавленной родине, самой России, потому что каждый ваш шаг, каждое ваше предпринятое дело – это уже моральное поражение и этическое самоубийство. Армения без Путина! Армения без Путина! Настанет скоро день освобождения Запорожья, Крыма, а вслед за этим Донбасса. Очень скоро украинская армия освободит свои оккупированные территории, и это станет началом конца путинского режима. Слава Украине! Героям слава! Мне 16 лет. Я как представитель своего поколения хочу заявить. Мы не допустим тех ошибок, которые допустили предыдущие поколения. Мы не допустим оккупации, колонизации и ослабления Армении и армянского народа. Мы не допустим того, что было 100 или 30 лет назад. К счастью, наше поколение не успело побывать в Советском Союзе. Однако, хоть советский режим и продолжается, благодаря развитию интернета мы знаем нашу истинную историю, наших настоящих героев и предателей. Мы должны перевоспитать наш народ и стать настоящими потомками сардарабадских героев.